Привет! Наше свое новое видео я начну с вот этой красоты. Эту красоту Башка с Лерой нашла. Большой гриб нашли. А сделали мы большую вазу из этого гриба. Тут только природные материалы, никаких искусственных нету. Тут только калина, сухоцвет, бессмертник, большой гриб и вот такие колоски пшеницы. И вот что у нас вышло. А еще пригодились мои ракушки, которые я нашел на речке. Вот они, мы их сюда приклеили, на вот эту белую ниточку. А еще засыпали вовнутрь. Ваза вазой, а мы решили выйти погулять на природу. Вы только посмотрите, какая на природе красота. Опадают листья, осень. И же вся земля укрылась листьями. Вы посмотрите. Приходите, сейчас будет отдохнули и погуляли. Мне понравилось кидаться листьями и играть догонялки еще. Вы только посмотрите, какой тут переход от красного на желтый. Сначала на этом дереве идут красные, а потом желтые листья. Красота, класс. А дома мама с папой вскопали огород. Вот тут кусок и вон кусок. Надо еще немного вот тут возле перца докопать. У нас осталась петрушка. Мне ее, честно, жалко. Но даже некому ее раздать. Она еще зелененькая, такая хорошенькая, свеженькая. Мы уже некоторую положили в морозилку на заморозку. А вот эту оставили. Что ж ее жалко? Вот, например, удавит морозы зимой, и ее просто снегом заметет. И не будет ее. Поэтому и жалко ее. А кому, кстати, надо, вы пишите нам. Мы с радостью вам дадим. Вчера я только гулял, было солнышко, было красиво, тепло. А вот только ночью мы поспали, прошел дождь, стало сыро и зашло солнце, и холодно. Вот точно настоящий ноябрь. Не зря говорят, что ноябрь открывает двери зиме. По примете говорят, что если в ноябре деревья не скинут все листья с себя, тогда зима будет длиться долго. Если месяц будет красный, ждите ветра, а если бледный, ждите дождя. А если в ноябре будут комарики, ждите теплой зимы. А если птицы садятся на верхушки деревьев, значит будет тепло. Если в лесу грибы появятся поздно, значит снег тоже будет поздний. Если куры машут хвостиками, будет ветер, а если гуси поднимают лапку, будут морозы. Вот сколько примет в ноябре. Посмотрим, сбудутся они или нет.
красивое, что у нас есть, я могу показать хризантемы. Они желтенькие, как солнышко. Посмотрите, какие они красивые. На этом я прощаюсь, потому что мне завтра ехать в больницу в Полтаву. Меня туда назначили. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всем до новых роликов!